Ямал является гарантом и драйвером роста экономики страны на ближайшие 50 лет, заявил Владимир Якушев в своем выступлении на 4-й международной конференции «Ямал-Нефтегаз-2015». Она продолжает сегодня свою работу в Салехарде. Однако не надо ждать от северных проектов 7-минутного эффекта. Губернатор Тюменской области напомнил, что за каждым работником нефтегазовой отрасли стоит до 20 представителей других направлений экономики. Те проекты, которые будут реализовываться и которые реализуются сегодня на Ямале, в моменте мультипликативный эффект, который мы с вами получаем в виде занятости людей, возможности, особенно сегодня в условиях санкций, получить возможность импортозамещения от наших сервисных компаний, от машиностроителей, осуществление новых технологий, как с точки зрения добычи углеводородного сырья и его сжижения, так и с точки зрения транспортировки, это огромные возможности, которыми мы должны воспользоваться. Напомню, речь идет о реализации крупных инвестиционных проектов «Ямал-СПГ», «Порт Сабета» и «Северного широтного хода». Примерные сроки – 2018 год.